Я не могу никого заставлять ничего говорить. Я могу только говорить за себя и отвечать за себя. Я скажу, да, как я считаю, Карабах Азербайджана. И точка. Это мое личное мнение. Да, у меня есть корни армянские, но я уважаю и ценю Азербайджан. Я просто не понимаю, что здесь такого. Одна сторона говорит, что я подлизываюсь, прошу прощения и так далее. Мне не за что просить прощения. Я никогда не была в Армении, никого ничего не забирала. Я родилась в Украине, жила в Украине. И так само мои родители жили в Украине и родились. У меня дальние корни армянские. Это раз. И два, я не предательница, я никого не предавала. Это по поводу Армении касается, когда мне пишут. Я никого не предала, это мое личное мнение. Как хочу, так и говорю. Я просто не ожидала, что столько будет внимания к этому видео.